Писать, как дышать. Эти слова как нельзя лучше подходят Марине Канцер, представительница Одесской школы живописи, выпускница художественно-графического факультета Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского. Вся ее жизнь – творчество. Живописью девушка занимается с 3 лет, и каждая картина наполнена особым глубоким смыслом. На выставке «Глубина. Прошлое, настоящее, будущее» представлено более 20 творений художницы, созданных за последние 5 лет. От всех полотен художницы Марины Канцер исходит невероятный магический свет. Каждая картина автора – настоящее откровение, размышление о прошлом, настоящем и будущем, о самом вечном и, пожалуй, главном чувстве – любви. В каком художественном стиле и направлении пишет Марина Канцер, она еще не определилась. Да и это совсем не важно, уверена художница. В своих работах девушка мастерски совмещает графику и живопись. Гармоничное сочетание сочных цветов и тонов – особенность этих полотен. Насыщенные краски, рассказывает автор, особая энергия, которая снисходит на зрителей. Это размышление о жизни, и плюс я хочу привносить в жизнь людей вот именно краски. Это очень важно, потому что обычно, ну там, обычный день, это все куда-то едут, какая-то работа, и все такие вот сидят грустные. И когда вдруг на улице встречаешь человека, который просто улыбается, это заражает. Также я хочу, чтобы люди смотрели на мои картины, и оно им возвращалось. То есть это определенная энергия. У меня хорошее настроение, я пишу картины. Я хочу отдавать и передавать свои мысли, свои чувства людям. Поддержка молодых, талантливых одесских художников – одно из важных направлений деятельности общественной организации «Интеллектуальный форум». Совершенно неудивительно, что сегодня интеллектуальный форум здесь, на выставке Марины Канцер. Она молода, она самобытна, она талантлива, она очень интересный автор. Я хочу сказать, что она не только художник, который пишет кистью, но и художник слова, а это большая редкость. И, конечно, такой автор не сможет оставить равнодушным никого. Ее полюбит Одесса, ее полюбит каждый человек, который увидит ее творчество. Работы художницы Марины Канцер заряжают, вдохновляют и вселяют надежду на лучшее. Попасть в мир волшебных картин от грядущего осеннего ветра и сырости просто. Достаточно заглянуть в художественную галерею «Сады Победы» до 30 ноября.